приходит в гости по утрам, тот поступает мудро, потому что можно увидеть много интересного. Хорошая пора. Все просыпается. Люди проснулись, животные проснулись. Слышен разговоры, гомон птиц, животные перекликаются друг с другом. Утром прохладно, утром приятно пойти погулять. Думаю, пернатые встают раньше всех. Но для других животных это начало дневного сна. Одни животные, особенно хищники, еще спят, они не выходят из своих схованок, они не выходят, не спускаются с веток, они там еще дремлют, они еще в ожидании солнечных лучей, когда солнышко пригреет, и им будет более комфортно передвигаться по вольеру. Копытные животные, особенно которые стайные, ну, они тоже, одни бодрствуют, другие еще тоже дремлют. Для одних утро – это начало оживленного дня, связанного с общением между собой. Это общение персонала с этими животными в процессе работы и ухода, и кормления, поения. Каждое утро в зоопарке мы начинаем с того, что мы каждое животное, которое находится у нас в вольерах, должны посмотреть на его состояние, на его настроение, как оно ходит, как оно питается. Некоторые животные прячутся, они любят такие места, где можно спрятаться. Вот поэтому мы их выманиваем, высматриваем и всегда обращаем на это все внимание. Стулья! Кто такой? Дай ножку. Ай, умница! Ай, хорошо! Ай, браво! Прежде чем лошадь запрячь, допустим, в карету или файтон, ее нужно почистить. Кроме того, вы видите, красивый хвост, красиво расчесанную грифу. Все это дело расчесывается, приводится в порядок. Потом одевается сбруя и запрягается, животное выезжает на работу. Я поїхала далі, а для вас згодом наступна серія про сніданок у зоопарку.